Друзья, всем привет! Я снова с вами. Как вам? Не коротковато она у меня? Погода сегодня в Москве не очень хорошая, дождик. Вот смотрите, здесь метро на одной стороне, и напротив метро находится вот район совхоз 1 мая, и здесь этот торговый центр. Точный адрес я напишу под видео. Здесь есть стоянка для автомобилей, так что можно всегда припарковаться. Вот метро, и на этой стороне магазин. Торговый центр называется «Восточный ветер». А здесь есть гипермаркет «Шанхай». Это типа маленького такого черкизона. Сейчас мы с вами туда пойдем обязательно. И кто еще не был со мной в этом магазине, вы посмотрите, что там продается. И я думаю, что кому-то это понравится. Также здесь есть «Фикс Прайс», «Перекресток», «Аптека», «Бургер Кинг». Нам на третий этаж. Кстати, здесь есть мои документы. Банковский офис, где можно купить евро. Продажа 85 евро. Доллар 75. На втором этаже «Фикс Прайс». Салон мебели. А наверху также есть детская игровая комната. И вот этот магазин «Шанхай». При входе сразу детская одежда. Очень много детской одежды и хорошие цены. Посмотрим. 1270 стоит костюмчик, наверное. Да, это костюмчик, по-моему, полностью. Штанишки, кофточка, джинсики, курточка. Посмотрите, что есть. Ну, например, вот этот 850. Костюмчик, штаны и кофточка. Детская одежда есть как для самых маленьких, так и для подростков. 600 рублей вот такой вот детский свитерочек с Микки Маусом. Так, это у нас 510. Такие кофточки. Что еще? 450 сердечком. Ну, смотрите, здесь очень много, все не охватишь, так что приезжайте, смотрите, детских товаров очень много. На мальчиков, на девочек. Костюмчик 760, утепленный. С зайчатами. Классный. Также вот сейчас я вам покажу. Это джинсы. Это лосинки. И на совсем маленьких, и на побольше. Разные. Юбочка детская вельветовая, 300 рублей. А есть и платьишки. Вон такие сарафанчики тоже вельветовые. 300 рублей цена. Эти юбки вот цвета, это все юбочки. И вот обувь, детская обувь, и она вот туда продолжается. Очень много детской обуви.
посмотрим, сколько стоят сапожки. 300 рублей. 300. А эти тоже 300. 260. Вот такие цены. И вот, пожалуйста. Сапожки сейчас актуальны. 650. Они с утеплителем. За 650. Отдел с канцелярией. Джинсовые юбки. В общем, с этой стороны детские товары. Ботиночки, посмотрите, какие. 950. Кроссовки. 995. Вот такие кедики. Сандалики тоже детские, пожалуйста, разные. 525 рублей. Такие сандалики. В общем, много-много обуви. Здесь балетки. Все это детский отдел. Тапочки. Все. Сапожки. Как вы знаете, сейчас модно очень кожаные куртки. Такие коротенькие, как косухи. И здесь очень большой выбор. Вот, например, курточка. Цена 1600. 1600. Очень мягкая эта кожа. Смотрите, какая модель. Есть вот такая моделька. Тоже смотрите, какая симпатичная. Цена тоже 1600. Вот такая курточка. И качество, я вам хочу сказать, мягкая, такая хорошая, приятная. Также есть кожаные удлиненные куртки. Цена длинных курток 2700. Подкладочка, видите, все аккуратно сшито. Цвета курток есть абсолютно разные. Вот это вот 1600 курточка. Тоже мягенькая, очень симпатично она сделана. Бежевого цвета, немножко желтоватый отдает здесь вот на видео. Есть черная, желтая, бордовая. Розовенькие. Есть вот такие платья-рубашки, кто любит носить. Самый большой размер XL. Есть пояс. Цена 800 рублей. Вот такие тоненькие пальтишки есть. Цена 2300. Голубое, розовое, бежевое. Также за 2300 вот такие пальтишки. Голубые, темно-синие. И вот такие терракотовые. Много искусственных шуб.
подлиннее и есть полушубки. Длинные вот такие искусственные полушубки стоят 2400, короткие вот такие 2700. Есть черные, розовые, бежевые. Много ветровок. Так, ветровка 2300. Такие ветровочки. Куртки 1300. Пуховички. Джинсовка вот эта стоит 1650. Голубенькая. Красивые кармашки выполнены. Есть жилетки. Так, в обувь пришли кроссовки. Такие легкие-легкие кроссовки. Под Nike 600 рублей. Такие яркие есть. Ботиночки. Вот такие же в Заре, только бежевые стоят. Здесь тоже должны быть бежевые. Были, во всяком случае. Здесь они стоят, эти ботинки, 260. Под замшу. Тоже 260. Кстати, цены подняли. Все было дешевле гораздо. Наверное, зависит от того, что доллар поднялся, евро. Белые ботиночки. 260. Вот такие кроссовочки. 1280. Довольно-таки легкие. Здесь все под обувь. Полуботиночки женские. Женские кроссовки. Рублей. Все, кстати, очень легкие, просто белые вот такие. Кожзам Adidas 1500. 960 вот такие кроссовки, тоже очень легкие. Рублей кроссовки. Легкие-легкие тоже вообще отличные. Кто любит розовые, пожалуйста. 800 рублей. Тоже под Nike. Тяжеловатая. $1950. Такая модель. Переливающаяся. Вот ботинки, про те, которые я говорила. 260 они сейчас стоят.
Zara точно такие же ботинки. Но они там стоят, по-моему, 4. А может и 5. Это точно не помню. Такие же есть черные ботиночки. Тоже до 260. Есть вот такого плана ботинки. 2240 с красной подошвой. А вот эти очень легкие. 2240. Такие легкие, обалдеть. Цвета тут красные. Хорошие. Замшевые ботиночки. 2,80. Ручки такие интересные. А здесь вот такие лакированные ботиночки. 3300. Так, эти 1580. Такая модель. 1580. Такие же, как черные. Бордовые. Тоже 1580, такие тоже бордовые есть. Ботики. 2480 ботинки с этой стороны молния. Подошва. Легкие. Наверное, искусственная замша, но очень мягкая. Такие вот сапожки, полусапожки, 2480 на молнии спереди, утепленные мокасины 2400, мокасины сиреневые и розовые. Так, ботинки есть еще вот такого плана, 2480, тоже симпатичная модель. И есть вот такие ботинки, 2450, каучуковая подошва, кстати. Красные тоже, а есть черные. Есть черные. 2640. Вот эта обувь, тут ее не обойдешь. Там спортивная, мужская, женская. Ботинки, тоже все кроссовки. Такие кедики 700 рублей. Очень большой выбор, очень большой. Все не охватишь, так что я выборочно снимаю. Также сапоги. Вот я померила эти бежевые ботинки 38 размера.
кстати, эту курточку я тоже покупала в этом магазине. Она двухсторонняя. Хочу сейчас еще джинсовку померить. Вот померила джинсовку. Как вам? Не коротковата она мне. Так по размеру в плечах все как раз. Ну вроде не коротковато, можно на платье вот одевать. У меня есть розовая, но вот я давно хотела такую. Вроде неплохо смотрится, как скажете, девчонки. Пишите. Ботиночки эти. Ну так, немножко жестковатые вроде они. Но я думаю, что они разносятся. Ну, размер в размер этот. Девчонки, кому понравились ботинки, можно брать хорошие. И запаха от них никакого нет. Хорошие ботинки. Сейчас очень модно. Вот такие кофточки. С блестками. 1360. Крышки по 150 рублей. Много всякой мелочевки. Даже есть деревянные ложки. Много ножей. Для мясорубок. И они все разных размеров. Цена вот 120. В общем, всякие вот такие штучки. Крючки. Это я не знаю, что... колоть, орехи или что. Очень много-много всякой мелочевки. Прищепки, кольца. ₽45. Здесь у нас смежные купальники, вот такие яркие, красивые, есть разные размеры. 680 рублей такой купальник стоит. Раздельные купальники тоже есть на все размеры, и большие, и маленькие. Выбор большой. Например, 450 рублей стоит вот такой купальничек. 530, вот такой. Цены очень демократичные. Вот такие есть еще очень большие размеры. Ремни. Белье.
есть белье для спорта. Так, и цена его 230 рублей. С чашечками. Бюстгальтер есть даже для подростков. 120 рублей. Вот совсем манюсенькие. Трусишки 120 рублей. Качество какое-то непонятное. Ну, материал, ну, натуральный, типа хлопок. Просто фактура такая какая-то необычная. Плотненькие такие. Пижамки, посмотрите, какие шелковые, симпатичные. Штанишки и пиджачок. 1450 цена. Есть еще вот такие. Красные. Красные, бордовые. Белье. Белье, полотенце, подушки, одеяло. Все-все. Тоже несколько рядов. Матрасы. Коврики. Часы. Картины есть. Здесь пледы. Матрасы, картины, также есть рабочая одежда, вот халаты белые и просто обычные такие фарточки. Также в магазине много очень детских игрушек. И для мальчиков, и для девочек. В общем, изобилие игрушек. Ловы всякие есть. Вот. На этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока.